Как обеспечивается безопасность столицы Чувашии, сегодня проверили депутаты Чебоксарского городского собрания. Комиссия по местному самоуправлению и депутатской этике провела выездное заседание в Центре управления нарядами. На каждого сотрудника службы 02 в среднем за сутки приходится от 180 до 230 сообщений. Служба 02, Центр управления нарядами. Именно сюда сразу по 10 линиям поступают все сообщения от горожан, которые звонят в полицию или на номер 112. Далее сотрудники передают информацию в территориальный отдел полиции. У нас где-то составляет время прибытия нарядов от 10 до 20 минут, в зависимости от оперативной обстановки и сложившейся дорожной обстановки. В первую очередь правоохранители реагируют на преступления против личности, побои, грабежи. Еще до приезда оперативной группы посмотреть, что происходит на месте, могут сотрудники другой службы Центра управления нарядами. По всему городу установлены тысячи камер видеонаблюдения различных программ. Например, «Безопасный город» и «Безопасный двор». И это дает результат. В прошедшем году раскрыты все изнасилования, разбойные нападения, почти все убийства. Чтобы любимый город мог спать спокойно, в этом году оснащение камерами продолжится, отметил заместитель главы столицы Чувашии Николай. В 2019 году мы дополнительно по городу установим 52 камеры. Можно озвучить эти места. Это Кадетский сквер, Кадетская школа, возможно, общественное пространство около торгового дома ОВОС в районе Шубашкара будут, Константиново-Новская затронем. Ну и, конечно же, призываем горожан активно участвовать в инициативном бюджетировании, проводить общие собрания, участвовать в софинансировании по установке тоже видеокамер наблюдения в своих общественных пространствах, во дворах для безопасности своих детей, своих семей. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.